Решить кадровую проблему – задача, которая сегодня стоит перед медициной Приморья. На данный момент в крае уже работают федеральные программы «Земский фельдшер» и «Земский доктор». Параллельно на краевом уровне приняты законы о выплатах подъемных средств, компенсации за коммунальные услуги и съем жилья. Кроме того, медучреждения проводят отборы претендентов на целевой набор. В 6-й городской поликлинике Владивостока сегодня собрались 7 кандидатов. С будущими специалистами беседовали сотрудники и главный врач. Задача – отобрать 5 претендентов, которые будут проходить практику, а в дальнейшем и работать в этой поликлинике. Я считаю, что целевая подготовка – это самый правильный подбор кадров, поскольку, во-первых, еще на этапе решения о поступлении в ВУЗ мы беседуем с человеком, мы его готовим к тому, что он будет работать в поликлинике, и потом все 6 лет мы его сопровождаем. Он знает поликлинику, выпускник после целевого обучения от и до, с нуля, можно сказать.